Вітаю вас у ефірі новини Вітебської області у студії Артур Смоляков. Поле аграрной деятельности. Актив громадского объединения «Беларусь» с Городоцкого района допомагая хлеборобам на жниве. Новый операционно-реанимационный корпус. Реконструкция Витебской областной клиничной больницы начнется в наступном годе. Пресс-тур, спортивное споборництво и конкурс вокалистов. Фестиваль в итоге «Крок до Олимпу» стартовал у Полоцку. Аграры Витебского и Расонского района переодолели экватор жнива. В целом на Витебщине убрали свыше 132 тысяч гектаров збожжевых и зернебобовых. Это 37% от плана. Уборочная кампания в эти дни притягивает увагу и аккумулирует силы разных служб, ведомств и организаций. Подтримать марафон вырешили представники громадского объединения «Беларусь». Тон задали городокчане. Мясцовые активисты отправились помогать сушить зерне у господарку имя Свердлова. Про працовные будни Белой Руси расскажет Мария Дзекан. С шуфлем у руках и энтузиазмом у вачах. Так знакомится с аграрным светом Удислав Пундалов. Молодый специалист усяго два тыдни працуе инженером у городской библиотеки. И хоть клопота ухапая, допомога хлеборобам у гэтую гарачую пару у приоритете. К сельскому хозяйству я не имею никакого отношения, и это мой первый опыт в оказании помощи. На работе по большей части я занимаюсь чисткой и обслуживанием компьютеров, а здесь пришлось уже поработать руками, рабочую силу свою проявить. Впечатление хорошее, нетрудное, только овощи не мешают. Сушка збожжа мае свою специфіку. Вільготнасць не павінна перавышаць 14%. Ад гэтага залежыць якасць захоўвання і пераапрацоўкі збожжа. Каб паказчыкі адпавядалі норме, працаваць трэба энергічна. Дадатковыя рукі ў гэтай справе не перашкодзяць. Сёння ў гаспадарцы імя Свердлова плюс 15 руплівых памочнікаў. Молодежь, конечно же, она у нас очень инициативная. Они сразу же разулись, пошли с таким азартом, что показать, что они тоже хотят помогать сельскому хозяйству. Дальше будем связываться с руководством района и смотреть, если будут к нам поступать предложения, то мы, конечно же, будем откликаться, будем помогать. Для этого мы и работаем. Звичайно, на сушилці працюють всього три работники. Щодень з полів сюди привозять каля 60 тонн збожжа. Нагрузка велика. Тому, коли районна організація «Білої Русі» пропонувала допомогу, аграрії були раді і удячні. Ця допомога дуже велика і значима, тому що робочих рук, звісно, не вистачає. І 15 чоловік сьогодні – це багато для нас. Тут у нас 6 секцій. На кожній секції близько 10 тонн. Значит, мы сразу засыпаем, сюда заходит машина, она выгружает и пошла. И мы должны вручную все это разгрести. С початку уборочной кампании про сушилку прошло 240 тонн озимой пшеницы. Частку сдали на держзаказ, остатние отправили у сховища под урожай наступного года. Каб золотые фонды протягивали расти, белорусы прикладут максимум намаганию. Навод, коли поле деятельности не зусім знакомое. Мария Дзекан, Виктор Павлов, новини, Городоцкий район. Один из перспективных накірунков сферы АПК рыбогосподарчую деятельность обмерковали на посяджении коллегии Комитета державного контроля в Витебской области. На парадку дня эффективность принятых мер по выполнению доручения у керовника державы. Задача – забеспечить вытворчасть рыбы для внутреннего рынка краины. Держпрограммы продугледжаны комплекс мероприемств по развитию рыбной галины. Витебщина – озерный край. На территории в области больше як 2300 водоемов. Для ведения рыбной господарки придатные около 400 озер. Наибольшая колькость их у Полоцким, Браславским, Лепельским и Ушацким районах. Але только 53 озера сдают у аренду. Як выправить ситуацию, контролюющие органы обмерковали с райвыканкамами еще у соковику. Распрацовали алгоритм деяния. Однако и зараз развитие рыбной галины плыве по течению. По-прежнему в области отсутствуют региональные мероприятия. Региональная программа областная, нету средств в бюджете не заложены. Отдельные райисполкомы так и не проработали вопрос по сдаче в аренду озер. Это и в том числе создание новых предприятий, новых рабочих мест, поступление дополнительных платежей в бюджет. Ну и, как того требует глава государства, рост объемов производства, реализации рыбы, рыбопродуктов. Основные нарушения, которые выявлялись инспекцией на территории арендаторов рыболовных угодий, это, как правило, осуществление незаконного рыболовства,
необходимо усилить мероприятия, направленные на охрану непосредственно своих рыболовных угодий. Немаловажный актуальный вопрос благоустройства. Граждане, которые приезжают на рыбалку и платят деньги за путевку на платное любительское рыболовство, они хотят видеть подъезд хороший, они хотят видеть обустроенное место, и не жалко будет им за это заплатить деньги. Дарэчы, рыболовные угодья, не сдаденные у аренду ці у безвыплатное корыстанне, лечатся фондом запасу. Мясцовые улады обязаны организовать их ахову, забеспечить належный санитарный стан береговых участков, выявлять и попереджывать порушение правил уведения рыбной господарки, займаться обновлением рыбных ресурсов. У неделю 14 жнивня свое профессийное свято отзначают будовники. Яны узводят жилье, промысловые корпусы, объекты социальной сферы. Именно вита от них залежит, насколько комфортно живут и працуют люди. Работников будовничей галины полночного региона повиншавало керавництво Витебской области. В этой сфере на Витебщине працуют свыше 20 тысяч человек. У виншавальном листе у приватности говорится: «Будовник – одна из самых мирных и створальных профессий. Выники працы будовников завсёды видовочные. Иметь дочинение до этой профессии – великий гонор и отказность». Старшиня Витебского облвыканкама Александр Суботин и старшиня Витебского областного совета депутата Владимир Тярентьев пожадали будовникам региона моцного здоровья, счастья, миру, энергии и оптимизму, финансовой стабильности и добробыту, упевненности в будущем. Реконструкция Витебской областной клиничной больницы начнется в наступном годе. Передпроектная документация готовая, зараз вызначают крыницу финансования. Первой чергой станет узведение нового корпуса, который прибудовывается до больницы. У им разместятся операционные и реанимационные отделения. Будовництво и реконструкция будут организованы так, чтобы не спынять работу лечебной установы. Первой очередью выделено строительство нового корпуса, который пристраивается к областной клинической, где будут располагаться операционные и реанимационные отделения. То есть все операционные отделения перейдут в корпус для того, чтобы мы не останавливали областную больницу, потому что она является основным учреждением здравоохранения, флагманом. Здесь располагается много именно специфических отделений, которые не представлены в других учреждениях. Поэтому остановить полностью мы не можем. Поэтому начинаем с первой очереди это строительство нового корпуса. Источник финансирования сейчас определяем, потому что ресурсы достаточно большие. Планируем, что в следующем году, сейчас уходим в проектную документацию по первому корпусу, и в следующем году планируем начинать строительно-монтажную работу. У Витебской областной клиничной больницы працуют 27 отделений, оказывают специализованную плановую и экстренную медицинскую допомогу жыхарам полночного региона. Что год допомогу приемным отделениям отримливают больше за 50 тысяч человек и больше за 35 тысяч у стационары. До інших тем. Здавать экзамен у ДАІ на автомобиле с автоматичной коробкой передач можно будет в Беларуси уже осенью. При этом у водительским посвящении сделают соответствующий запис. Обновленный закон об дорожном руху уступит в силу с 22 вересня 2022 года. Поправки предугледжывают шерох нововведений. Так, супрацовники Державтоинспекции при проверке документов начнут звертать увагу на одну важную деталь. Те есть у кировцы авто то есть механичной коробкой передач право на керование миновито таким транспортным сродком. При научении у автошколах и при сдаче испытов на отримание водительского посвящения у ДАИ можно будет выбрать автомобиль с механичной и автоматичной коробкой передач. Для многих автомобилистов это очень радостный и долгожданный момент, потому как управлять авто с такой коробкой передач, а соответственно и сдавать экзамен в ГАИ считается проще. Выбор в пользу автоматической коробки передач дает право управлять только соответствующим типом автомобилей. В документах, выданных ГАИ, появится отметка: если гражданин с такими правами решит управлять автомобилем с механикой, то по закону он будет считаться бесправником. А кроме того, обновленный закон об дорожном руху предугледжвая еще шерох новаций. Так, громадянам Беларуси будут выдавать международные водительские посвящения, которые дают право керовать автомобилем за мяжой.
Уступная кампания у высшей научной установы завершена. Витебские ВНУ приняли около 2500 студентов. У Витебский державный университет имени Петра Машерова на дённую форму научания залечены 701 человек. Одни из самых высоких проходных баллов на факультете гуманитаристики и мовных коммуникаций. Витебский державный медицинский университет принял 728 студентов. Самый высокий проходный балл склался на стоматологичном факультете. У Витебский державный технологичный университет залічены 373 студенты. Популярные дизайнерские специальности. У Витебской ордена знак пошаны Державной академии ветеринарной медицины заполнены усе 555 бюджетных местцев. В осенью тут будет проходить прием на заочную форму навучання. Тем часом международная вахта памяти завершилась под Витебском. За 10 дзён на территории Зароновского сельсовета пошуковцы знайшли останки 50 червонармейцев. Установить имены загинувших, на жаль, не отрымалось. На месте, где у годы Великой Отечественной войны долгий час стояла линия фронту, на гэты раз працавали больше за паўсотні удельников международной экспедиции с Полоцка, Витебска и Москвы. Сярод их кадеты из Беларуси и России. Раскопки велись одночасово у нескольких кропках. Знойдены останки бойцов Червоной армии перепахавают у вересні на Зароновском мемориале, где увековечена память 10 тысяч оборонцев айчины. Протягиваем выпуск. Полоцк прямая фестиваль в итоге «Крок до Олимпу». Культурно-спортивное свято у самом старожитном городе Беларуси прописалось на два дни – 12 и 13 жнивня. Все началось с традиционных пресс-тура для журналистов. Удельники форума наведали Полоцкий историко-культурный музей-заповедник, мемориальный комплекс урочища «Пяски», городские предприемства и будинок Полоцкого державного университета, где ранее находилась иезуитская академия. Сегодня гостей фестивалю так само чакают семинары, присвеченные питаниям развития спорту, майстер-классы самобытного белорусского майстерства и концерт органной музыки. В субботу кульминацией является спортивный день, называемый Олимпийский квест, в ходе которого любой желающий может пройти по определенным спортивным площадкам. В частности, детей ожидаем и приглашаем все семьи принять участие. Можно будет ознакомиться с любыми видами спорта. Порядка 30 площадок будет представлено. И в том числе мы знаем, что приедут города побратимы, Полоцка, в частности, из Российской Федерации, Великий Новгород, Великие Луки, Себеж и Псков. И спортивную часть фестиваля продолжат показ одежды белорусских производителей «Родное модное». Белорусские бренды будут представлены, безусловно, в течение всего дня. Одной из головных подей свята станет конкурс молодых вокалистов. А уже у вечера фестивальную программу протягнет концерт с уделом популярных артистов. Завершится все ярким фейерверком. Кольки слова об спорте. Хоккейные команды Витебщины сгуляли матчи 4-го тура Кубка Салея. Витебскую гостевым матчем с ликом 4-2 обыграл Жлобинский Металлург, а у полночным дерби Новополоцкий Химик на домашней арене у овертайме вырвал перемогу у Оршанского Локомотива. После 4 матчей витебские медведи лидируют у подгруппе «Б». Химик занимает 3-е место, Локомотив разместился на 5-м радку таблицы. Наступные матчи команды Витебщины в области сгуляют уже завтра, 13 жнивня. Важные и самые интересные новины из жизни Витебской области доступны в интернете. Особные сюжеты и целые выпуски новин, актуальные и популярные проекты телерадиокомпании «Витебск» можно найти на официальном сайте vtv.by. Заходите и подписывайтесь на наш YouTube-канал, долучайтесь до нас в социальных сетках и мессенджерах. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюсь. До встречи. Синоптики поведомляют. В ближайшие сутки по области чекается невеликая облачность, без опадков. Ночью и раницей местами туман. Ветер полночно-усходний 3,8 метров за секунду. Температура поветра ночью от плюс 9 до плюс 14. У день слупки термометров покажут 26-31 градус выше за 0.
У Витебску таксама чакаецца невялікая воблачнасць, без ападкаў, ноччу і раніцай месцамі туман. Вецер паўночна-ўсходні 3,8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу ад плюс 11 да плюс 13. Удзень 28-30 градусаў цяпла.